Как определять аллахическое время в Заполярье, когда нет привычной смены дня и ночи? По данному вопросу существует два концептуальных подхода. Вильнский Гаон считал, что человек в принципе не должен жить в тех местах, где нет смены дня и ночи. С другой стороны, автор комментария Тиферет Исраэль на Мишну считает, что нужно определять аллахические, то есть времена законов, связанные с чтением утреннего шма и т.д., соответственно, ближайшему населенному пункту, где, да, есть смена дня и ночи. И поэтому, соответственно, двум этим концептуальным подходам можно сформулировать общий подход. Изначально нужно стараться не селиться на таких территориях. Но если выхода нет, тогда нужно определить ближайшее место, где смена дня и ночи, да, присутствует, и ориентироваться по нему. Большое спасибо.